делит. Эти милые создания запали в душу Вере Зиновьевой несколько лет назад. Уже четвертый год она шьет мишек Тедди. Я хотела сшить для себя медведя. И сшила первый раз его из обычной. Я купила в Леонардо ткань. Она вообще не предназначена для такой серьезной игрушки, как Тедди. Эта ткань называется мохер. Она бывает разных видов. Это бывает мохер, бывает альпака. То, что нужен правильный материал, Вера поняла после обучения. Просто так игрушку не сделать. Ткань – первый этап, затем образ для нужных выкроек. Девочка или мальчик, ребенок или взрослый, и пошив. Но даже ухо пришить непросто. Уши – это один из инструментов такого вот создать настроение медведю. Нет. Чужие руки, понятно. Нет, это не чужие, не из-за этого, это она характер показывает. Выйти просто так. Тедист – это и стилист, и парикмахер, потому что там нужна будет стрижка, нужно будет бритье. То есть там все-все-все, и стрижка, и укладка тоже. На одного мишку уходит от двух дней до нескольких месяцев. Со своими Тедди мастерица недавно посетила Ночь музеев, а прошлым летом краевую выставку «Пространство вдохновения». Нескольких медведей Вера подарила краевой детской библиотеке. Кеша и Стеша даже стали героями сюжета в комиксах этой библиотеки. Прям по хэштегу Кеша Стеша. И вот каждую неделю у нас выходит новый комикс. Мишки Тедди от Веры Зиновьевой разлетаются по всей стране и даже улетают за границу. Отпускать их не тяжело, говорит мастер, ведь каждый из них, по ее словам, сам выбирает себе хозяина. Кстати, в этом году медведям Тедди исполняется 121 год. Анастасия Дороган, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком.